Всем привет, дорогие друзья, на канале Funkin Video. И сегодня хотел попробовать записать сварку среди аргона. Почему попробовать? Потому что хотел все это сделать через стеклышко от сварочной маски. Вот как раз попался вот такой вот клиент на домкрате самодельном. Обломилась вот эта вот вертелка. Ну, сейчас буду ее варить и попробую записать вблизи. Не знаю, насколько у меня потянет телефон. Будем пробовать. Так вот выглядит солнце через это стеклышко от сварочной маски. Сейчас будем пробовать варить. Непонятно, почему она отломилась. Точнее, понятно. Я так подозреваю, что поварено было плохо. Я сейчас зачистил, сделал фаску. Я сейчас приварю сверху и думаю, все будет держаться намертво. Ну что, попробуем. Сейчас посмотрим, что получится. Может, ни хрена и не получится. С одной стороны, и с другой.
опаску сделать. Ну, можно собрать назад на этом ремонт, проверка. И в обратную сторону, и в эту сторону. И в обратную сторону, и в эту сторону. Все рубит. Колечко стоперное. Кольцо, падла, мощное очень. Ну, засаживаемое. Домкрат отремончен, отремонтирован. Это был Фанкин видео. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. И будет еще очень много интересного. До новых встреч, друзья. Спасибо, что смотрели. Пока.